стать Дедом Морозом и исполнить чью-то заветную мечту. Такую возможность дает акция «Елка желаний». В России она проходит уже в третий раз. Саров присоединился к акции впервые. Суть проста. Дети из малообеспеченных семей загадывают, чего бы они хотели получить на Новый год. А взрослые, готовые дарить радость и счастье, эти желания исполняют. В Сарове свои мечты на елке оставили дети из 19 семей. Все мы немножко мечтаем. У детей мечты такие простые. Может быть, они хотят какой-то подарок. У взрослых они сложнее. Но всем очень приятно, когда эти мечты сбываются. И когда мы вот в эти предновогодние дни можем сделать для ребенка какое-то маленькое чудо, исполнить его мечту, подарить тот подарок, который ему действительно хочется, это очень приятно. И это делает наш мир немножко лучше. Лыжи, самокат, ноутбук, коньки и многое другое просили ребята у Деда Мороза. Чтобы превратиться в зимних волшебников, сотрудники администрации, представители ВНИЭФ, депутаты и бизнесмены срывали с елки специальные шары и узнавали о заветных желаниях детей. А потом эти мечты исполняли. Нам достался подарок ноутбук для девочки. В ближайшее время, конечно, попробуем заказать. Надеюсь, этот подарок будет очень полезным для развития хорошего ребенка. Он пригодится ей в жизни. Деды Морозы акции пообещали, что к Новому году подарки найдут своих хозяев. Ирина Вшегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.